P0300 – это диагностический код неисправности при обнаружении случайных пропусков зажигания или пропусков зажигания в нескольких цилиндрах. В этом случае немедленно прекратите движение и отремонтируйте свой автомобиль. Это указывает на то, что в двух или более цилиндрах возникают пропуски зажигания. Если вы хотите устранить ошибку с кодом, посмотрите это видео, чтобы исправить ее по невысокой цене. Вы также можете оставлять комментарии ниже, наши механики ответят на них в ближайшее время. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Еще раз спасибо за просмотр этого видео.